Всем привет. Превью вы уже видели, решил получить Mageblood с влиянием. Что можно сказать? В процессе я понял, что говорить что-то вроде «это видео заслуживает лайка», «я потратил там кучу времени и сил» как-то тупо. Я просто слил время на какую-то хрень, и которая ничего не заслуживает. Мог потратить его на что-то более другое, более полезное. Ну или что-то вроде там, если это видео наберет 1000 лайков, я сделаю то же самое, там, только больше поясов. Нет, я этого не буду делать. Я больше не хочу этим заниматься, но может когда-нибудь там через пару лет, когда отдохну. По результатам мейджбладов нет. Наверное, это удивительно. Я, конечно, рассчитывал на другой результат. Пока я начал эти поиски сам, мейджблады мне уже начали сниться. Вот такая вот статистика. Затраченное время 50 часов, то есть я практически неделю по 7-8 часов каждый день сидел. Шансил. О, не я, конечно. Скоринги и шансы 240 тысяч, примерно 416 на один пояс уходило. То есть, если включить теорию заговора, то в прошлом видео, когда-то я там делал, не помню какой лиги, было примерно 280, там, 290 шансов на один пояс. Видимо, что-то подняли. Все потрачено диванов было 417, 342 на скоринги и 75 на шансы. Там скоринги я покупал примерно по 700 штук за один диван. И 3200 там шансов за один диван. И статистика по поясам. Сколько каких поясов всего получилось. В принципе, я просто рад, что все это уже закончилось на после 50 часов. Поэтому спасибо за просмотр, как обычно, подписки, лайки, комментарии, удачи в крафте и всем пока!